Особое место в ряду эстетичных видов спорта занимает художественная гимнастика. Красотой и изяществом притягивает она ценителей и спортсменов. А юные гимнастки – это олимпийские надежды. Под таким названием сегодня стартовало республиканское первенство в Минске. Это первый старт республиканский в этом году. Мы начинаем здесь с самых маленьких гимнасток 2016 года рождения. Впереди у нас будет 4 дня, где будут разыграны комплекты в многоборье во всех этих возрастных категориях и финалы в отдельных видах. Также у нас проходят соревнования в групповых упражнениях, 3 возрастные категории групповых. Изначально заявлено 150 участниц в личных выступлениях и 27 команд группового. Все еще только началось. Сегодня все гимнастки выполнили пока один вид по жеребьевке, поэтому борьба только начинается. Оценивает у нас судейская бригада, бригада трудностей предмета, трудностей тела, артистический компонент и исполнение техническое. Гимнастки участвуют в соревнованиях как поодиночке, так и командами. Девочкам необходимо подготовить до 4 видов программ, в зависимости от возраста. Самым маленьким участницам 7 лет. Юные гимнастки демонстрируют номер с использованием скакалки, девочки постарше – с мячом, обручем, булавой и лентой. А сейчас мы заглянем за кулисы и посмотрим, как девчонки готовятся к своему выступлению и волнуются ли они. Пойдемте. Здесь происходит магия. Я в детстве очень много смотрела там про гимнастику, и мне очень хотелось на нее пойти. Она очень красивая, и мне нравится спорт. Я буду показывать упражнения с мячом. Сложно бороться со своим страхом, с мыслями. Надо очень сильно стараться и работать, чтобы просто стабильно все получалось. Почему ты решила заняться художественной гимнастикой? Я не знаю, мне с детства понравилось. Я маму просила, а она меня записала. Как прошел первый день соревнований? Ты уже выступала? Да. И как было? Вроде хорошо. Хорошо. А что ты делала? Скакалку. А что сложнее, мяч или скакалка? Мне кажется, мяч. Он плохо ловится, чем скакалка. Скакалку легче ловить, а мяч нет. А можешь нам что-нибудь показать сейчас? Какое-нибудь движение? Да. Класс. А ты долго его учила? Нет. Это легкое движение, да? Да. Класс, молодец. Давай опять. Финал и награждение пройдет 18 февраля. Каролина Прокофьева, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».